Всем привет! Сегодня вы на канале «Посылки из Китая». У нас очередная распаковка. AliExpress не перестает удивлять своими товарами. Что же приехало в этот раз? Давайте посмотрим. Первая посылка, первый пакет. И здесь у нас на коробке было написано чего-то там «фишинг». Ну, я так понимаю, с рыбой связано. Но на самом деле это просто какая-то пружинка, причем она, ну, вроде как пластиковая, нет никакой металлической внутри вставки, нет, действительно нет, и имеет с одной стороны карабинчик, с другой стороны просто колечко. Можете повесить на кольцо ключи или что-то и карабином пристегивать куда вам надо. Карабин алюминиевый, кольцо металлическое. Ну, что могу сказать, вот растягивается где-то до полуметра. И возвращается идеально в свое положение. Ну, вещица неплохая. Я думаю, найдет своего покупателя, кому эта штука понадобится и понравится. Так, следующая посылочка. Так, и здесь мы имеем вот такой вот гравюр. Ух, блин. Так, одна насадка, одна кнопка. Как-то его тут не очень как-то удобно держать. Вот, наверное, блин. Я даже не знаю, под какую руку, если честно. И так неудобно. Ну, насадки сменные, несменные. В общем, сейчас разберемся. По поводу съемности, не знаю, не пробовал я ее очень сильно вытаскивать, но на Али продаются сменные вот эти насадки. Чтобы эта штука заработала, чтобы зажужжала, надо поставить две батарейки формата 2А. Ну, давайте пробовать точить. Вот поверхность полностью гладкая, это обычный пластик. И с пластиком справляется очень даже неплохо. То есть можно нацарапать, сделать свою какую-то пометку. Так, давайте пробовать теперь алюминий. Также поверхность у нас гладкая. И если посмотреть, вот алюминий точно так же точит, в принципе, достаточно неплохо. Ну и в завершении проверим на стальном лезвии. И со сталью эта штука справляется. Абсолютно годная вещица. Как долго прослужит, не знаю. Очередной пакет. В пакете нас встречает вот такой вот вольт-алер. В общем, это тестер напряжения в сети. Ну, даже не обязательно, в принципе, в сети. Я думаю, можно найти какую-то проводку в стене. Для этой приспособы нам надо две батарейки типа 3А. Одна. Вторая. Имеется зуммер. Так. Одеваем эту конструкцию. Так. Имеется диод, вот светит лампочка. Ну и давайте поищем где-нибудь ток. Так, электричество есть. То есть вот в стене провод он в принципе находит. Но здесь очень тонкая стенка, поэтому проводка расположена близко. Возьмем стенку потолще и включатель. Нигде никаких звуков, писков, ничего не происходит. Если подносим прибор вплотную, ну, даже не вплотную, где-то буквально на 3-4 миллиметра, он начинает срабатывать. Поэтому, что могу сказать? Полное говно. Так. В следующей посылке нас встречает вот такая кухонная приблуда. Кондитерский мешок, как мне подсказывают в зрительном зале.
Так, имеется 6 металлических насадок. Вот такой силиконовый мешок. Здесь даже имеется хлястик такой для подвешивания. Ну, мешок не очень большой. Вставляется эта штука, наверное, вот сюда. Нет, не сюда, ошибся. Вот сюда. Это так. Все это дело закручивается. Ну, наверное, сразу вставляется, продевается туда и потом закручивается. И у вас получаются различные узоры. Ну, повара меня поймут. Все остальные, это товар, ребят, не для нас. Покупал не для себя, не знаю зачем это. И в наше время, думаю, наверное, мало кому это понадобится. Так, следующий пакет, он даже просвечивается. Что-то внутри желтенькое, боюсь его разрезать, поэтому буду открывать немножко аккуратнее, чем обычно. Так. Угу. Нежданчик. Вот в таком пакете китайцы заслали мне наклейки. Обычные смайлы. Когда я создал канал, это было около года назад. Ну, одна из моих первых посылок были вот такие смайлики. Разошлись они очень быстро по всяким тетрадкам, книжкам. Ребенок клеил куда только можно. И там, по-моему, насколько я помню, была одна такая постилка. Они быстро очень обклеили все. Старший, младший. Ну вот, на сегодняшний день нашел, опять же, по дешевой цене. По дорогой я бы не заказывал эту чушь. Я не жадный, я домовитый. Конкурс с репостами зашел не всем, но также в нем и участвовали. Поэтому мы делаем точно такие же условия, как были пару видео назад. Кто хочет участвовать в обычном конкурсе на 150 рублей, просто пишет абсолютно любой комментарий. И если вы хотите заработать 300 рублей, то оставляйте комментарий со ссылкой на ваш профиль, где делаете репост именно этого видео. Итоги, как всегда, приблизительно через 10 дней после выхода видео. А мы продолжаем смотреть посылки. Победитель будет один. Либо 150, либо 300 рублей. Зима подходит к концу. Возможно, вы смотрите видео, она уже закончилась. Не знаю. Но здесь пришел вот такой зимний товарчик. Варежки-ежики. Вот такие варежки. Давайте, ну, заказывал для жены. Давайте попробую на свою руку одеть. Возможно, подойдет. Ну да, немножко тянутся. Здесь вот, если посмотреть, сразу просвечивается внутри ткань. Поэтому, ну, если меньше рука, то, я думаю, будет вообще супер. Имеет вот такие глазки, которые вроде как пришиты. Ну, я думаю, не очень хорошо пришиты. По крайней мере, одна глазка, вот немножко нитка торчит какая-то. Ну да ладно. Сверху вот эта меховая шуба, то есть иголки приклеены, ничего не прошито. Ну, знаете, относительно тепло. Ну, дома у меня, конечно, не холодно, но в этой варежке вот полминуты посидел и чувствую, что рука очень неплохо нагрелась. А мы переходим к последней посылке. Постоянные зрители, вы, наверное, видели такую посылку у меня на канале. Те, кто впервые или не так давно подписан на меня, прошу. Здесь находятся вот такие таблички. В комплекте идут две присоски, сама планочка с транспортировочной пленкой. Пленку снимаете и вот этой штуковиной подковыриваете маленькие вот эти палочки. Как только вы сделали свой номер, вставили присоски, приклеили к вашему автомобилю. Ну, точнее, она вот так будет, call number. И даже в темноте ваш номер будет видно.
если вы кому-то мешаете, вам позвонят, и вы сможете убрать свой автомобиль. Здесь таких штуковин много, доставать я не вижу смысла. Это все посылки на сегодня. С вами был Саша, канал «Посылки из Китая». Пока-пока. И не забудьте поучаствовать в конкурсе. Пока.